Легендарный канадский хоккейный тренер Шон Скиннер провел серию мастер-классов в Одесском дворце спорта. Ранее наставник тренировал такие клубы НХЛ, как Баффало, Сент-Луис, Флорида и Каролина, а также возглавлял женскую олимпийскую сборную США. Под его руководством выступали такие звезды, как Овечкин, Малкин и Кросби. В последние годы Скиннер много путешествует. Он работал в федерациях хоккея Англии, Японии, а также в Чехии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Швейцарии и Германии. А вот в Украине мастер-класс он провел впервые. Для участия в тренировках в Одессу приехали хоккеисты разных возрастов со всей Украины. За неделю они изучили более 150 новых движений и более 20 редких финтов. Визит тренера организовала одесская команда «Морские волки». I want to say thank you for Marina to bringing me here, and that it was just a, it was a fantastic trip. The whole thing was to be here in Odessa. And a beautiful city in the south. And we went to the beach and to teach and work with the coaches. The coaches were very good with the kids, and they were very skilled, and the kids were very good. And it was very exciting. I'm really happy that I came. I think we're going to come back.